Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Героем сегодняшнего обзора будет новая модель телескопа-рефрактора начального уровня с привычным диаметром 70 мм и фокусным расстоянием 700 мм, но зато с очень оригинальной конструкцией азимутальной монтировки. Она полностью выполнена из металла и оснащена зубчатыми приводами тонких движений по азимуту и высоте. Итак, знакомьтесь, телескоп-арсенал Venden Sky 707MD. Телескоп поставляется в картонной подарочной коробке, оформленной красочной полиграфией. Упаковка прочная и надежная, все детали и аксессуары разложены по отдельным коробочкам. Сверху находим инструкцию по эксплуатации на русском языке с подробным описанием и фотографиями. Голова монтировки и тренога телескопа с целью экономии места поставляются в разобранном виде, поэтому в первую очередь необходимо присоединить ноги штатива к монтировке. Далее следует установить полочку-распорку, служащую и лотком для аксессуаров. В отличие от других бюджетных моделей, ноги штативы изготовлены из стальных трубок диаметром 32 мм. Имеет возможность регулировки по высоте с винтовым фиксатором, а также оснащены виброгасящими наконечниками. Голова азимутальной монтировки выполнена по полувилочной схеме из алюминиевого сплава. Крышки кожухов пластиковые, на них установлены винты механизмов тонких движений по обеим осям. Эти механизмы представляют собой металлические зубчатые передачи с довольно плавным ходом. Для установки трубы телескопа предусмотрен специальный пластиковый профиль с двумя винтами. Крепление довольно надежно, но, к сожалению, не универсально. Установить другую трубу на эту монтировку будет проблематично. Труба телескопа, как и большинство моделей начального уровня, выполнена из тонкого металла. Имеет пластиковый реечный фокусер 1/4 дюйма с запасом хода более 100 мм и крупную пластиковую бленду с удобной оригинальной крышкой. Под крышкой находим классический длиннофокусный ахромат, двухлинзовый объектив с воздушным промежутком. Все оптические поверхности объектива имеют весьма неплохое просветление сине-фиолетового оттенка. Для предварительного наведения телескопа на объект имеется искатель Red Dot с двумя уровнями яркости. В комплект поставки также входят диагональное зеркало 90 градусов и два окуляра 9 мм и 25 мм с индивидуальными пластиковыми тубусами-футлярами. Диагональное зеркало и окуляры имеют металлические посадочные юбки диаметром 1/4 дюйма. Однако остальные части корпусов выполнены из блестящего пластика, что снижает контраст и увеличивает бликование изображения. И хотя окуляры имеют просветление, выполнены они по простейшей схеме Гюйгенса с узким полем зрения, небольшими глазными линзами и малым выносом зрачка, что делает наблюдение с ними еще менее комфортным. Наведя телескоп на молодую Луну в комплектный 9-мм окуляр при увеличении 78 крат, мы обнаружили мыльную, не очень контрастную картинку. Конечно, некоторые подробности можно было рассмотреть, но мы ожидали гораздо большего. Наши ожидания оправдались некомплектным 7-мм широкоугольным окуляром с разрешающим увеличением 100 крат. На нашем спутнике обнаружилось гораздо больше деталей. Небольшой хроматизм присутствовал, но не мешал любоваться лунными подробностями, кратерами, горными цепочками, лавовыми морями и материковыми областями, изрытыми бомбардировкой метеоритов. Невзрачная картинка открылась с комплектным 25-мм окуляром по двойному рассеянному скоплению в Персее. Окуляр проявил заметный хроматизм, а небольшое поле зрения едва вмещало оба скопления. Звезды выглядели блекло и особого впечатления не оставили. Абсолютно другая картинка предстала перед нами некомплектный окуляр Плессела
с фокусным расстоянием 32 мм. На более широком поле зрения, на менее насыщенном звездами фоне, прекрасно различалась повышенная звездная концентрация в двух близких звездных семействах. Хроматизм с этим окуляром был абсолютно незаметен. В этот же окуляр телескоп весьма неплохо показал и шаровое скопление М15 созвездия Пегаса. Разделить на звезды его, конечно, не удалось, но довольно яркое туманное пятнышко прекрасно различалось даже прямым зрением и напоминало нам шаровидную голову кометы Холмса, вспыхнувшей несколько лет назад. Во второй половине ночи высоко над горизонтом поднялся Юпитер. В некомплектный 7-миллиметровый окуляр телескоп показал весьма качественную картинку. Интересная конфигурация галилеевых спутников сразу привлекла наше внимание. Затем и на диске планеты гиганта удалось рассмотреть полярные потемнения и, конечно, два экваториальных пояса. Под утро нам удалось посмотреть и на знаменитую туманность Ориона. Предрассветное, уже светлеющее небо, конечно, снизило контраст туманности, а небольшая высота над горизонтом не позволила разрешить трапецию, кратную звезду в центре полевого облака. Однако и этот диффузный объект оказался вполне по силам нашему 70-миллиметровому телескопу. Подведя итоги, отметим, что телескоп Арсенал London Sky 707MD оправдал ожидания в части механизмов наведения и слежения за небесными объектами. И в этом он, несомненно, вне конкуренции в своем ценовом диапазоне. Качество изготовления оптики и механики трубы телескопа не уступает другим аналогичным моделям. Просветленный объектив строит вполне достойную картинку. Умеренный хроматизм присутствует, но абсолютно не мешает наблюдением даже при разрешающих увеличениях. Единственное, что в некоторой степени испортило впечатление о телескопе, это комплектные окуляры. Даже для бюджетной модели они дают неконтрастную, мыльную картинку и малопригодны для серьезных наблюдений. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Арсенал London Sky 707MD можно рекомендовать начинающим любителям астрономии в качестве первого телескопа, а также любителям с опытом и наличием хорошего комплекта окуляров в качестве мобильного телескопа. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!